Добрый вечер, господа. Рад приветствовать вас на своем канале. Что ж, приступаем к морским историям. Ну, пока что контракт мой продолжается, 20-й. Видите, я так посмотрел, 1 сантиметр бороды растет в месяц. Так что скоро я подхожу уже к 2 месяцам, ну, это будет еще пару неделек. И думаю, в конце контракта уже нормальная бороденка вырастет. Ну, пока что мы тут СТСимся, кто не знает, что такое СТС, смотрите, 136 серии, там тоже они показаны. Ну, я уже сбился со счета, наверное, штук 15-20 за полтора месяца, это кошмар. Одно судно отошло, второе, ко второму пришвартовались, выгрузка-погрузка. Тут, конечно, стропому не позавидуешь. И вот скоро мы начинаем наше движение после 25 июня. Роттердам, Швеция. Потом, если вернемся сюда, то там уже через месяц и конец контракта будет. А вдруг будет такой вариант, вот сегодня старпом приехал из Грузии, вообще рассказывал. Ну и мы можем также забункироваться где-то в Шотландии, ну в Швеции, и пойти из Швеции в Китай. Он еще говорит, со скоростью 9 узлов, так это вообще 3 месяца переход. Хотя где-то полтора месяца оттуда идти с нормальными оборотами. Ну, тут уже что выбирать. Как судьба куда занесет, так и будет. Посмотрим. Либо вернемся сюда, будем также продолжать. В общем, не важно. Время идет. Сегодня с утра где-то с 4 начались эти движения. Вот уже вечер, я закрылся в каютке. Хорошо, что я живу один на палубе, никому не мешаю. Поэтому записываю свои истории. Так что, ребята, чтобы вообще увидеть всю эту морскую жизнь, смотрите 136 серий. От начала и до конца. Видите, я тут похудел. Спасибо повару с его диеты. У нас вообще уже закончилась и вода. И, ну, подвезут скоро, через пару деньков, еду. Ну и как бы так, доедаем все, что там плавает. Я не знаю, я уже у корейцев, предыдущий капитан кимчи эту насолил. Классная капуста, кстати. Кимчи называется. Так что подъедаю ее. Очень хорошая, кстати, я первый раз находки ее попробовал у корейцев. Надо рецептик с интернета скачать и дома попробовать засолить. Ладно, переходим к 17 серии, к 17 контракту. Сейчас начнется интересное знакомство с другой национальностью. Ну, давайте закончим то, что я 16 серию, смотрите. Вернулся я домой после 16 контракта, полугодичного. Два раза у меня было по полгода. Приехал в наше смутное время. И, ну, думаю, что надо отдохнуть, тем более, что рассказывал, там еда была такая же, как и, в принципе, и везде. Это с прошлым контрактом просто повезло, там, ну, была сама радость от того, что ты проснулся, идешь на завтрак, на кофе-тайм, на обед, на ужин. Ну, просто было изобилие еды. Ну, и повар тоже отдавался своему делу, конечно, с душой готовил все это. Все эти блюда. Потом он собрался перейти в машину. Вот не знаю, на моем контракте его не перевели. А что сейчас с ним происходит, об этом история умалчивает. Ну, и как всегда, дома я решил немножко покушать, погулять. Поехал вот на шашлычки, пожарили. Потом взял сына, погнали мы к Андрею, ко второму механику, в гости. Он живет в Затоке. Под Одессой, там Белгород-Днестровский район. Заехали в крепость Белгород-Днестровскую, посетили завод Шабо. Нормально. Ну, кстати, скорее всего, там как музей. А вино с порошочка сделали, размешали там в чане в большом. Ну, так рекомендую посмотреть. Потом в Одессе пожили. Я, кстати, не собирался никакой рейс уходить. А сколько ж я гулял-то? А, в принципе, апрель, май, июль. Да, июль где-то. Да, 4 месяца. Не очень долго я гулял. Но, честно признаться, я приехал с ним отдохнуть.
Пошли мы на старые места. Я еще когда в первый рейс свой уходил, брал его с собой, пятилетним. Доехали мы на пляж Отрада, на канатной дороге с ним сели. В общем, поехали на пляж, там топчаны, туда-сюда, поели, туда сходили, это вспомнили. Ну, там покатались, на машинке все это мы ездили по городу. И сидим как-то в один прекрасный день с утреца на пляже. Получаю я звонок из Одессы как раз. Геннадий, хотим предложить вам контрактик с индусами. Я такой думаю, о нет, что-то с индусами я наслышан. Особенно об их кухне. Это перец они кладут в чай, посыпают вообще. Ну, чили это тоннами едят. Я говорю, что-то я не хочу. Ну и зарплата такая, как бы, ну не очень. Потом, ну давайте, соглашайтесь. Я говорю, ну я хочу побольше немного. Да не, вам столько не дадут, там уже Стармех работает 3 года, и то у него меньше. Ну, не в разы, но так, меньше. Я говорю, ну я на другую не хочу. Ну и думаю, ладно, сейчас откажут, и буду себе на пляже лежать, загорать. А еще пароход был какого года? 2002. Ну пошел я на понижение. До этого был 2008, ну дедвейт больше, 42 тысячи тонн, кажется. Через 10 минут звонок, видимо, надо срочно было поменять. Все, они согласны, платят вам эти деньги. Я такой, вот, так это же хорошо, что, из офиса, что хорошо, это вам хорошо? Вы на пляже вам хорошо или вообще хорошо? Я говорю, ну хорошо, да, то, что, ну, вначале же первое дело, ты спрашиваешь зарплату, потом год постройки. И дальше уже узнаешь все про пароход, кто там работает. Ну, как бы начиная с зарплаты. Ну, зарплата и год постройки. Вот. Это 2 основных критерия, скажем так, лично для меня. Ну все, согласился. А где вы? В Одессе, в Одессе. Ну давайте медкомиссию. Побежал я на медкомиссию, в свой экипажик, где 5 лет тянул свою жизнь курсантскую. Ну там быстренько все сдал. Раз-раз, даже и руку получил, подписал контракт. Приехали мы с ним домой на машинке. Ну, еще посидел где-то дней 5 и полетел. Вот смотрите, это я уже 2 контракта был по 6 месяцев, так же, где и сейчас я нахожусь. Ломе, Лагос, Кот-д'Ивуар. И снова же лечу сюда. Прилетаю, это Ломе, ну, уже как бы нормально. Без всякой коррупции, все, меня встретил агент, забрал я свой чемоданчик, стою, жду индусиков. Подходит, по-моему, 4-й механик Томпсон, я его запомнил, но потом расскажу насчет свадьбы. И то ли электромеханик, кажется, электромеханик, такие испуганные, что-то там, ну не свои, там, чиф-инженеры увидели, какие сэры, ну сэры все в Лондоне, ну у них все там, эти англичане же запугали. Сэр, ну ладно, сэр, да и сэр. Ну что, к Эйтсинсу не повезли, а сразу же на пароходик. Ну, естественно, настроения нет, как всегда. А судовладельца-то я забыл сказать, индусы индусами, а пароход под итальянским флагом. А я же рассказывал в 3-й серии, кажется, третья серия, попал к итальянцам, будучи 3-м механиком. Вот, и у них там это вино было с утра до вечера. Это вот походы вместе с капитаном на камбуз. Ну, приезжаю я туда, начинаю принимать дела. Да, итальянский флаг висит, судно, порт приписки Неаполь. Хожу, ну подубитое все, понятно, 2002 года, думаю, да ладно уже. Где-то 3 дня я дела принимал, индусик там. Ну индус, вообще все индусы в машине, на палубе, сейчас кто там был? 3-й штурман, 2-й штурман и капитан итальянцы, офицеры эти индусы, а в машине все, и мотористы, и фитер, вообще все индусы. Нет, точно филиппинцев не было. Да, и на палубе матросы были индусы. В общем, индусы-итальянцы. Вот так. Ну и принял я дела, просыпаюсь в своей каютке, думаю, пойду в машину. Ну, уже все, как старший механик. Моюсь я в душе, в 7 утра проснулся. Моюсь, тут такая тишина, и свет потух. Блэкаут. Хорошее начало.
взял фонарик, побежал. Выбегая в машину, все тоже с фонарями, давай запускать движки. Бах, запускаем один, он работает, через минуту начинает тухнуть. Второй запускается. А, что делать? Этот тухнет. Третий запускается. Потом, кажется, после blackout забыли врубить этот supply pump, fuel oil supply pump и circulating pump. Врубили, и все, ну, заработали нормально. Аварийный дизель-генератор потушили, давай разбираться. Ну, понятно, что никто там ничего, никакой правды не сказал. То ли фильтр переводили, то ли, ну, что-то там такое было. А, или не, там, да, там, кажется, этот overspeed девайс работал. Потом их уже проволокой замотали. Бывает на Бурмейстер и Вайн движки, да, оверспид там, а может кто-то рукой задел, и все, ну, кто скажет. Ну и все, в общем, дела принял, и погнали мы, значит, на этом пароходике. Ну, что у меня там, какие отличия? Сразу же, ну, естественно, с английским у меня нормально все было, но индусы же эти, каждый же на своем наречии, в деревне, о, совсем в деревне, у них же сколько там, 50 языков, то следующий контракт будет, я там побольше про них расскажу. Общий язык у них хинди, не английский. Ну, каждый в какой-то своей этой глухомане живет или в деревне. Вот как он говорит на своем родном наречии, так и на английском. Ну, хотя пишут грамотно и говорят как бы тоже грамотно. Ну, просто что акцент, вообще ничего не поймешь. Заводила у них был второй механик, первый контракт. Маленький вот такой, смотрите, с рыбой. Дальше будет. Как его звали, португальской колонии Гоа. Все там индусы меня приглашали. Там и русские школы, и таксисты русские, и все там вообще, все схвачено. Приезжай, ну это все такое. Потом когда-нибудь доеду. И вот он с утреца разводил всех на развод. Такой маленький стоит, его обступили. Иди туда, туда, там делай то, то, все. Ну я же давай вникать в эти проблемы. Ну, вот этот Томпсон, четвертый механик, давай этот инсинератор палить. Палит, он его там 150 литров в день и 15 часов работает. Палил, то слач прибывает, это кошмар. В общем, бабах, обвалился этот инсинератор, давай его лепить. Снова палит, бабах, снова. Уже заканчивается это рефрактор или как блибрик. Залепили, размочили. Ну, в общем, сделал инсинератор, потом я думаю, да не, надо, как на прошлом контракте, заказывать эту баржу, слач-баржу. Пошел такой герой, письмо написал, кстати, насчет писем. С капитану говорю, а как тут письма? Да, приходи на мост, сам отправляй. Думаю, неплохо. Я приходил там, туда-сюда отправляю, потом начал насчет, это же, кстати, вот здесь этого не происходит, потому что мы в Нигерию не заходим. А там платили бонус, это уже третий контракт, антипиратский район. Но в следующем контракте я вообще расскажу, там неплохо было. Там этот же район охватывает Кот-д'Ивуар, Ломе, Лагос и дальше. Там заходишь, тебе этот бейсик платят, филиппинцам вообще двойной, а нам так, одинарный вместе с индусами в день. За обстоятельства, не дай бог, пираты захватят. Типа военные действия такие небольшие. Вот, и я туда эту почту отправлял, что-то насчет бейсика там, тоже договаривался, но так мне вот толком что-то платили, они наоборот понизили, ну да ладно с ними. Потом, что меня бесило, что я снова к итальянцам приехал, там, правда, две кухни было, повар из Бангладеша был, варил, ну, делал эту итальянскую кухню, ну, итальянская, это макароны с утра до вечера, макароны, кстати, я и здесь бы тоже ел, уже ладно, посыпаю это бы чем, да и то хорошо. И индусская, супер перченая, но я у них тоже харчевался немножко. Стоит такая баклажанная икра, как дома. Наберешь, но сильно перченая. Ну, в принципе, можно было размешивать. И вот, значит, этот капитан, который в последний рейс пошел, вот в таких очках, ничего не видит, вот так не видит вообще. Один раз меня в каюту позвал, чиф, иди там что-то, посмотри, что у меня там с ногтем. Достает ногу, а там вообще уже чуть ли не гангрена. Я не знаю, я говорю, что тебе могу сделать, возьми ноготь, обрежь там, или нога аж синяя. Ну и ходил он там с такой скоростью, вот смотрите, за моей спиной. Заходит ко мне в каюту, Chief, let's go to dinner, вот to этот lunch. В итоге начинаем, за ним гуськом стали, ну все эти офицеры, и идем.
пока дойдем, вот это ж сели, ля-ля-ля, тополя. Они там, ну, вначале на английском, потом на итальянском на своем. Кадет был этот итальянский. Вот, кстати, кадет, у них так относятся к ним. Он там кофе больше наливал. Кофе разливал, ну, что-то они учили в этом, в CCR, куда какие кнопки нажимать. Не знаю, на швартовку он ходил, не ходил. Я его только на рыбалке видел. Ну и кофе, какие-то бумажки подписали. Ну, такое, обращались с ним, как, я не знаю, со школьником. В принципе, в какой-то степени хорошо, нехорошо, не знаю. Не мне судить. Вот, ну вот это меня раздражало, да. Садиться, есть, там, ну так вот, самому нельзя сходить. Ну, насчет этого капитана, который последний контракт, такой мафиози был, это кошмар. Я же вам рассказывал, это какой контракт был. 5-й, да, где я вторым механиком стал и полетел в находку. Когда встретил в Шереметьево одного моряка из России, я говорю, ты откуда летишь? Из Нигерии. Я говорю, о, классно. Ну, как отработал контракт? Говорит, хорошо, 2 месяца в тюрьме посидел. А что такое? Да, старпом с капитаном продавали груз. Ну, как бы сказать, такой мафиози был, что вообще, ну, мог вообще всех подставить. Там из офиса наблюдали, поэтому Marine Traffic звонят, капитан, что ты, почему ты остановился? Ну, я так вкратце рассказал. Он говорит, все, мне как бы деньги нужны, я домой еду. Вот это Европа называется. То я про поляка рассказывал в этом же регионе, там тоже торговец. И вот этот красавец. И потом, когда уже он уезжал, что-то он вообще в офис позвонил, он говорит, я ничего не вижу. Да, уже за него там 3 штурма печатал. Не видит ничего. И все, он вышел с брасеточкой, спускается в ламе в этом по трапику, снизу подъезжает лодочка, смотрите видео. Мне аж страшно было просто смотреть, я вот так глаза закрывал. Думаю, сейчас он упадет между трапом и этой лодкой, его размажет там конкретно, мозги будут плавать. А индусики какие-то снимали на телефон, я у них видео выцепил. Вот он стоял там минут 15. Уже прыгал, и его эти негры поймали, увезли. Приезжает, значит, другой капитан, ну, все это дело прекратил, слава богу, нормально. Начали заниматься, как и положено. Ну и что там с ним было интересного? Ну, по машине рассказать, так это вообще, ну, компрессора были убиты полностью. Я прихожу к нему на мостик, говорю, а там тоже вот эти СТСы были, подходим. Швартовка занимала часов 6. Я говорю, капитан, ты ж как бы учти, у нас такие компрессоры. Я говорю, 3 раза старт и все, потом жди минут 20. Тут понял. И потом, что там было еще? А, потом я начал главный двигатель проверяю. Там бурмейстер был, не Зульцер. Зульцер, кстати, мне больше нравится. Первый раз я попал. Потом можно рассказать будет, какие особенности. И начинаешь, ну, валопородки прокрутили, смазали там эти лубрикаторами. Оп, беру, ставлю dead slow head, пш, ну, вперед продувать. Опа, он не крутится. Назад крутится главный двигатель. Я думаю, ну, начинаю там в офис писать. Мне говорят, так это... Ну, капитана напугал, тот уже говорит, я не хочу на СТС идти, у нас главный не запускает. Ну, как бы с моста запускается, а из ЦПУ только назад. Говорю, если что-то будет, мы вперед не сможем поехать. Ну, тоже посмотрел, а там просто соленоид, кажется, не открывался. И бегом же этот, давай, в офис позвонил, вызывает меня телефон, а там этими судами, или 3 судами, там был этот судовладелец. Не буду его говорить. В общем, назвал именами своей жены и своих дочерей 4 парохода, так скажем. Вот так, повезло очень. Назвали твоим именем пароход, и жизнь у тебя удалась. Вот. И этот суперинтендант заведовал ими, сколько там лет уже, лет... А то с постройки заведовал, 2002 года, где-то вот. 12 лет заведовал. И он, я вообще с ним общаюсь, вот, ну так, как бы рассказать. Что-то говорю, там это не работает, надо там какая-то запчасть. Говорит, пойди в кладовку, 3-я полка слева,
посмотри сверху, точно там лежит. Вот так знал, сидел в офисе. Я думаю, да, от этого ничего не скроешь. Он говорит, как это так, не запускается, ты вообще должен с аварийного поста. Я, конечно, я понимаю, да. Давай, тренируйся. Хорошо, пошел с аварийного поста. Вот, кстати, на этом контракте мы собрались вместе, выделили день, пока дрейфовали. И надо позапускаться. А тут, получается, с моста один вариант пуска, потом с engine room переключаем. О, просто телеграф переводишь, он запустился. Потом backup мод, там тоже такое интересное. Запускается, как будто шлюпка. Тоже позапускались. И с аварийного поста, даже у нас тут этот студент, четвертый механик, кореец, запускался, и все нормально. Там же я пришел к аварийному посту, одел наушнички, начинаю. На воздухе раскручивается, дальше нет. Что-то, очень я там чихал-пыхал. Он с третьего раза один раз запускается, но, естественно, давление воздуха падает, компрессора не тянут. Я как бы там говорю, это вообще, это что-то будет? Ну, если вдруг с моста не запустится, я говорю, не знаю. С этого engine room мы не пустим вперед, только назад. Оттуда я весь воздух спущу, и тоже неизвестно, что будет. Тут еще перепугался, ну понял, только три этих реверса и до свидания. Ну и потом же с ним главным тоже был веселый момент такой, как бы веселый, не веселый. Второй штурман у нас был бывший сапожник из Италии, стоит он на варте. Значит, это было дело уже часов 12 ночи, ну я пошел спать в 11. И как раз этот второй механик, как забыл его звали, было португальское имя. Звонит мне ночью, но если мне звонят, значит тут что-то случилось такое серьезное. Звонит чиф, бегом приди в машину. Ну я спускаюсь, бегу. Что такое? Тут говорит, пришел на обход, ну по счастливой случайности. И иду себе, обхожу палуба за палубой, слышу, а мы шли этот full navigation вперед. Ну например, здесь это сколько там, 70 RPM, а там... Ой, ну допустим, пароходик меньше был, 120 оборота в минуту. И он говорит, слышу, оп, такой сигнал, пи-пи-пи, оп, half a head, dead slow a head, stop, и dead slow a step. Тут прибегает, думал, а что это с моста не позвонили? Он звонит на мост и говорит, а что вы когда этот берете с полного вперед назад, как бы даете, чего не предупреждаете машину? А этот штурман сидит, а мы назад не едем, мы идем вперед. Он даже вообще без понятия был, что мы этих сигналов не слышим. Что мы вместо вперед идем назад. Но этот не растерялся, запустил, в общем, взял управление на себя, запустил его снова вперед. Я уже прибежал, говорю, давай разгоняемся. Будем с утра выяснять проблемы. Ну, он с утра проснулся, звоню же там суперинтенданту итальянскому. Я говорю, так и так, такая проблема. Ну, все это написал с фотками. А, я знаю, это там эта плата на этом, на мосту, идите посмотрите. Ну, такие идем, оп-оп, вскрываем, а плата там паянная и перепаянная. Ну, оказывается, он знал уже все это дело. Ну, я, конечно, плату заказал, ну, сколько она стоит, там, $1000, ну, это же не мои проблемы. Говорит, давайте ее запаяйте как-то запаяйте. Ну, хорошо, там... У этого еще электронно был паяльник такой в диаметре 2 сантиметра. Взяли эту плату, пароход шатает, что-то кап-кап, запаял, поставили, телеграф заработал, но вот эти LED-индикаторы где-то погасли. Не помню, там dead slow ahead, half ahead, ну такая билиберда. Я звоню, говорю, так, все, короче, сделали. Ну, нормально ходит, как бы отрабатывает на мосту и в машине. О, молодцы, хорошо. Ну, естественно, никто эту плату не пришлет. Говорит, давайте что-то делайте, чтобы в машине вперед стартовал, назад. А что делать? Говорит, да, какую-то там кабеля киньте и кнопку. Ну, я электронно говорю, давай, делай. Он, добро получили. Ну, шли по схеме в обход этого, ну, чтобы вручную соленоид открывался. И воздух шел на эти, под fuel injection pumps, знаете, ну, кулачки перекидывал.
И действительно, вот посмотрите видео. Раз, беру, ставлю рукоятку вперед, нажимаю на кнопку, они перекидываются, потом старт. Вот так было. И что, все, аплодисменты, все классно. Какие там еще проблемы? А, с этим же, со сладжем, что я рассказывал и забыл. А, и вот это палим. Я говорю, сейчас я сладж-баржу закажу, написал письмо. Вызывают меня с утра, говорит, иди с офисом пообщайся. Снова итальянец какой-то, ты понимаешь, тут баржа 6 тысяч долларов стоит, ля-ля-ля-ля-ля, полите. Я пришел на дом, говорю, ну, ребята, надо полить. И вот это по 150 литров в день, как-то вот 3 месяца я прокатался, как-то вот полили, мучились, испаряли, но все это ввалилось, но как-то выдержали, не знаю, что потом было. Вот, потом был у них тоже, зовут меня, циркуляционный насос котла, парит, вообще там, да. Я снова же этому итальянскому суперинтенданту говорю, звоню, говорю, так и так, насос, да вы там что-то сделаете, он же деланный, переделанный. В итоге я заказал вообще новый с электродвигателем, и добился таки, прислал он вообще новый в сборе, поставили и забыли про него. Потом еще тоже, там же обогрев этих танков был. И дошли до нас известия, то что, в общем, скоро пароходик поедет, это каким-то Palm Oil будет грузиться, надо груз иметь. Меня второй механик позвал, говорит, пошли на палубу, я тебе покажу паровую систему. Мы как прошлись, а там где-то 60, ну просто вот таких дырок, отверстий. Я эти фотки отослал, все, что, а, говорит, а раньше все работало, ну, тоже чайником прикинулся, работало, да, только 4 года никто такой груз не брал, а что же делать, ну, я заказал, я отправил, индусов отослал, чтобы они замеряли все это, метров 200 труб, клапанов, соединений всяких. Я не знаю, потом новый фидер приехал, привезли при мне эти трубы, думаю, бедные ребята, как они будут все это варить. Вот. Какие там еще, а вот еще веселый случай был. Приехал, это второй капитан был. Кстати, послушайте, как он разговаривает. Здесь Жиро Ринальди, but myself. We can call you, no, okay, tomorrow morning. We see you, you call. Yeah, just for... If I call tonight, you can call directly, together we can call, but... Okay. You are the chief engineer, it's not... because call tomorrow at 21st, wait, 20, but anyway, yeah. I didn't receive any money. Last month, but, yes, I received 15th. In any case, tonight, now, we start to send one message. I sent it myself 4 days ago, but... Hey, send the message. At ten, tomorrow around 12 o'clock in Italy, we call him. Just for otherwise, if you guys, I don't see the this, maybe I don't know now. Must see, but already know this way and okay, we just, need the send message before to start calling. It's much better, you know. Yeah. You put resend. Yeah, because everybody replied to me when I sent the message, but right now he keeps quiet. Sometimes he don't do it, sometimes he don't want to see. It's much better. We'll put resend. Это я к нему зашел в каюту попросить по поводу последнего перевода денег на родину. И вот это я к тому говорю, то, что как английский надо изучать. Ты изучаешь английский, приезжаешь на пароход, он совсем другой. У меня уже столько в копилке этих акцентов, сейчас еще корейский добавился. Можно потом тоже как-то будет записать. Южный корейский. Вот. И идем мы с этим капитаном, с этой толпой со всей, со штурманами. Значит, садимся обедать. А уже пришвартовались в Нигерии к причалу, джетти, кинули шланг и выгружаемся. Сидим, прибегает второй механик. Help, help, что-то орет, что такое? Выбегаемся на палубу, смотрим, у нас, мы с концов слетели, с бака отвязался один, из кормы. Наш пароход отходит, мы на одном шланге, шланг растягивается, джетти, причал гнется,
бегом в машину. И, конечно, хотелось бы остаться дальше поснимать, но там бы точно миллионные просмотры были. Но я это, естественно, не заснял. Бегом в машину, матросы выбежали, давай еще дополнительные концы кидать. Главный пару раз запустили, подтянулись обратно. Я потом уже, ну, в эти времена начал усиленно с айфоном снимать. Таймлэпс этот же вышел. Я повесил телефончик на, ну, изолентой приклеил его на иллюминатор и начал следить за этим делом. Потом снял такой фильмец и заметил то, что вот именно это на этом же джете происходило. Вот начало видео. Проходит мимо контейнеровоз в полном грузу. И он вначале вытесняет воду, мы поднимаемся, а потом проваливаемся. В этот момент, когда мы вверх поднимаемся, концы слетают. Это надо, чтобы там матросы стояли. И вот так это все произошло. Те посмотрели, о, надо что-то делать. Ну хорошо, подсказала. Потом этот четвертый механик Томпсон, а что-то сижу, у них же там это, я первый раз только узнал, познакомился с их культурой. Говорит, у Томпсона скоро свадьба будет, свадьба там, а не, помолвка будет. Я говорю, а сколько ж на помолвке, человек 100 будет, каких 100? 900? Я говорю, а на свадьбе сколько? А на свадьбе 1500. И оказывается, у них деревнями гуляют, ну если в деревне, то вся деревня. Если кого-то не пригласил, то 10 лет с тобой никто не разговаривает. Я говорю, так это ж можно один раз на свадьбу сходить и всю жизнь это, по другим свадьбам гулять. Ну так и происходит. Я ему говорю, когда ты домой приедешь, то это, фоточку мне пришли панорамную, чтобы оценить это, сколько там людей собралось. Но он мне где-то прислал через пару лет фотку, ну, естественно, там было человек, я уже не помню, 6-5, ну, смотрите, за моей спиной. Продолжал я также работать, играл в теннисочек с этим механиком. Нормальный он такой был. Потом с торпом подъехал молодой. А самое главное, что там было на этом контракте. Это третий штурман итальянский. Такой разговор еще был. Я сейчас с грузинами работаю. Я замечаю, вот это у них итальянцы с грузины, как эти родственники, братья. Руками. И вот если поменять языки, но у них жестикуляция будет одинаковая. Просто одинаковая. И там этот третий штурман разгребал. Ну вот в Нигерии, то, что все боятся туда ходить, он за капитана, сам что-то там рулил, какие-то бумаги носил, а-ля-ля-ля-ля, там ящики с водой, с сигаретами, ну и все, проблемы решал. Такой молодец был. И потом что-то ко мне подходит, Чип, а ты не можешь мне дать каких-то электродов? Я говорю, зачем они тебе? Да я что-то, я так люблю дома варить, ну, сваркой заниматься. Я вообще жалею, что я не пошел фитером, а пошел штурманом. Первый раз такого встречал штурмана. Ну, как бы и рыбак он был злостный. И вот один раз они меня позвали, я тоже фильмец заснял, такой 10-минутный. И давай эту рыбу ловить. Рыба Дорадо называется. Здесь это тоже крепкий ловят. И в конце он концов наловил за 4 часа, уж не знаю сколько, килограмм. Килограмм 100, наверное. В конце я уже снимал, устал, ну, ушел в каюту. Снова мне звонок. Чип, выходи, мы вот еще поймали. Выхожу, вот такая рыбень. Там же и капитан этот спустился. Ну давай все с ней сфотографироваться. И у нас, в общем, фиш-рум была забита эта рыба. Он днем ловит рыбу, вечером кальмаров. Красавчик такой был. Вот. Ну и что я там хотел сказать. И сидел я по своей же тематике, заказывайте заявки. Вот 90 дней, 3 месяца я отработал, и, по-моему, 90 заявок, я каждый день по одной заявке. И потом, и главное, получил же, когда уже домой списал, а приходит мне письмо, типа, Чип, а ты что, домой едешь? Вот так же, как на прошлом контракте, я говорю, ну я как бы еще заявление не писал. А, у тебя там что-то итальянский эндорсмент заканчивается, может, то, ну, думаю, да еду, как бы сильно не хотел оставаться на этом корыте. Приехал мне румын менять. И приносят мне письмо, говорит, вот этот суперинтендант, very satisfied your work. Очень удовлетворен твоей работой. Я думаю, ну нормально. А потом тоже не вызвали. Может быть, потому что до меня страны их меньше получал, румын приехал меньше.
думаю, это зачем он нужен, еще заявки заказывает. Ну, я же говорю, я не в обиде, а потом, я вот я здесь уже. И, значит, мы с этим румыном общаемся. 3 дня тоже дела пересдавал. И потом с утра просыпаюсь, последний день, такая беготня что-то попала. Оп, что случилось? Да выйди, посмотри, все, иди ж, беги за своим телефоном, сфотографируй, кидай чертежи. Что случилось? Я уже должен был уезжать через 3 часа. Я выхожу на правый борт, а это мы зашли в Кот-д'Ивуар, Абиджан. Смотрю, а там вот такой трап. Ё-моё, это кошмар. Это с трапом нормальный. В общем, на этой реке, в Абиджане, ну, приливы-отливы были по 3 метра. И он что-то, зачем он это, я вообще не знаю, опустил этот accommodation ladder на причал и матроса не поставил. С утра все выходят, а он вообще завязался, этот трап, ну просто в гармошку. Я это все отфотографировал, взял чертежики, отсканировал, отослал, думаю, это я же как бы уже не старший механик, почти. Что же делать? Я думаю, что пусть этот румын решает. Все, все, а он стоит 150 тысяч долларов, трап. В итоге даже позвонил этот судовладелец сам. Позвонил на борт, ну что, итальянцу. Капитан не при делах вообще, итальянец, понятно. Кого нагибать? С торпом индусском. Я говорю, что он тебе там говорил по телефону? Говорит, не здрасте, не до свидания. Говорит, are you stupid? А ты, yes, sir. Are you stupid? Yes, sir. Ты дурак? Да, сэр. Ты дурак? Я? Да, сэр. Я говорю, да ладно, не расстраивайся, найдешь себе лучшую работу и компанию. Ну, думаю, что его, наверное, тоже десантировали. И потом с этим трапом, думаю, что же они будут делать? Все, этот румын побежал на телефон. Все, они сказали там, снимайте его, тащить куда-то там в токарку, в так, как его туда засунешь? Или на корму что-то греть, варить, грудь, разъебать. Ну, не знаю, я уже уехал. Спускался по штурм-трапу, на причал, помахал им ручкой. Говорю, ребята, аривидерчи, до свидания, индусики, пофотографировался. И вот такой опыт работы я получил в смешанном экипаже. Был я один. Один был. Ну и английский как бы знал, так еще больше узнал, потому что как бы, у меня ухо настроено на нормальный английский, а вот эти все акценты. Тут филиппинцы, корейцы, там итальянцы эти, индусы, там еще кто-то. И постоянно настраиваешься и начинаешь понимать. Для тебя, когда уже нормальный английский слушаешь, так ты думаешь, так это же вообще как русский язык. Если сравнить с этим, что они говорят, это просто кошмар. Ну а самому, конечно, лучше говорить правильно, потому что если начинаешь подражать им, то и сам туда же падаешь в бездну. Ну, ребята, что сказать. Если понравился рассказик мой о контракте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите 136 серий, там от начала до конца, все это, как все происходит, ну, понятно, там больше для начинающих моряков, ну, не знаю, я не собирался там в дебри какие-то бросаться и умничать, так, рассказал быт в основном, просто мне хотелось показать, как происходит жизнь на борту каждый день. И вот сегодня вышел, выходят 3 заключительных серии. Я бы их смотрел бы и смотрел постоянно. Вот когда сходишь с борта, машешь ручкой, едешь в гостиницу, живешь, потом летишь на самолете, это можно смотреть бесконечно. Сейчас у нас торпом со вторым уезжает. Какой энергичный второй механик бы не был. Но все просто аж копытом стучат домой, домой, домой. Потому что не наш дом здесь, наш дом земля. А мы здесь как бы все время. Поэтому смотрите канал, все эти плейлисты. Вот еще раз я говорю, 136 серий. Основной плейлист, морские истории. Думаю, 19 серий сделать, это 17 сделать, еще парочку. Полеты на квадрокоптере и поездки, отдых. Пока что Египет, Испания, там будет Португалия, еще куда-то. Ну и там квадрокоптер буду активно использовать. Так что, ребята, спасибо за просмотры. До свидания, до следующей встречи.